В Элисте началось судебное разбирательство по уголовному делу в отношении директора управления Коломелиоводхоза после первого заместителя председателя правительства республики. По данным следствия, бывший чиновник, входивший в состав организованной преступной группы, обвиняется по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Государственное обвинение по делу лично поддерживает прокурор республики Евгений Курмаев. По версии следствия, в период с 2013 года по 2016 год бывший директор управления «Коломелиоводхоз» и его трое соучастников, используя подставные коммерческие организации из других регионов, организовали хищение бюджетных средств, выделенных в рамках федеральных целевых программ на строительство системы технологической водоподготовки по очистке подземных вод в поселке Южный объекта и Кибрульский групповой водопровод с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод Республики Калмыкия. Злоумышленник завышал стоимость фактически установленного на объекте оборудования.